Раблрун Уолтер, он девочка Лар. Я озвучивал свой первый фильм. Это было довольно интересно и учуге. Он называется «Час призраков 2» и выходит в формате 3D. 16 октября во всех кинотеатрах. В нем, короче, отличные спецэффекты и всякие 3D-фишки. Короче, короче, он крутой бас в спецэффектах. В общем, приходите в кино, и ваш хот-дог всегда будет свеж.